Сюда приехали отличники учебы со всех районов края. Парадом они прошли по улице Красной от сквера имени Жукова до Сборной площади. Выпускников приветствовал глава региона Вениамин Кондратьев. Впервые губернаторский бал прошел под открытым небом. В танцах в этот день школьники себе не отказывали. На площади звучали ритмы сальсы и мелодии вальса. Соборная площадь города Краснодара впервые принимает губернаторский бал. Столь многочисленный и, наверное, самый красивый за все 11 лет бала. А вы – главные герои этого бала. Наши самые лучшие, самые красивые выпускники. Гордость нашего края. Сегодняшнее его украшение. Я вам желаю взлететь высоко, как можно выше. Но вот когда взлетите, когда, как говорят летчики, станете на крыло, окрепнете, не забывайте про свой край, про свою землю. Вы знаете, есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. А я бы хотел, чтобы вы летали в небе Кубани. Наше небо всегда открытое для вас. Развлекательная программа для выпускников длилась несколько часов. На сцене выступали команды КВН и молодежные группы. Весь вечер работали различные интерактивные площадки. А кульминацией губернаторского бала стал салют в честь бывших школьников.